Всем привет! У меня сегодня странная история про мою курицу, которая вот улеглась и лежит. А что с ней случилось, кто бы знал. Выглядит она довольно-таки здоровой внешне. Не кашляет, не чихает. Зоб у нее битком набит. То есть она целый день ела. Я сегодня утром ушла из дома и вернулась только вечером. И пришла, обнаружила вот такую сцену. Зоб у курочки абсолютно наполнен зерном, вот битком набит. Что с ней случилось? У нее просто отказали лапы. Все, вот лежит, вытянула свои лапочки, лежит. То ли она снестись не может, то ли не пойму, что с ней. Что с тобой за история произошла, курица? Что мне с тобой теперь делать? У меня в прошлом году была такая история с этой же породой синь-синь-дянь, когда у меня курица высидела цыплят, и после этого у нее отнялись лапы. Отнялись лапы, и я ее отпаивала аминовиталом, то есть витаминами. Сказать, чтобы у меня не хватало витаминов, курица, ну что ты моя хорошая, а? Чтобы у меня не хватало у кур витаминов, это просто смешно. Что с тобой случилось, а, курица? Что с тобой стряслось, красотка моя? Вот все, она не владеет лапами, и все. Хоть что с ней сделай. Чистенькие глазки, нисколько даже не грустные, не умирающие. А лапы вот так. Что происходит с ней? Ой, сейчас, конечно, буду ее пытаться. Сейчас я уже, конечно, ее напоила аминовиталом. Немножко тень падает. Потому что ту курицу, о которой я только что сейчас рассказала, отпоила я ее аминовиталом после того, когда она высидела мне цыплят. И она жива, здорова, бегает со всеми в одной стае кур. Ну что мне с тобой делать? Не фокусируется. Что мне с тобой делать, курица? Боже, я даже не представляю, что с ней произошло. Вот что с тобой произошло, милка моя? Принесла вот ее из курятника в летнюю кухню. Буду смотреть, что с ней случилось. Да, моя красотка. Порода синь-синь-дянь. Мелкие. Едят очень мало. Несут голубое яйцо. Ну вот результат. Наверное, чего-то не хватает. Не знаю, кто ее мог как бы обидеть, чтобы с ней что-то случилось. То есть могли бы, допустим, если бы были большие петухи с ними, могли бы клюнуть. Может быть, и курица какая клюнула по темечку. Ну что вот это за дела? Так что вот такие у меня, ребята, истории. У меня все не слава богу. Если кто-то может чего-то подсказать, опыт у кого-то есть в этом направлении. У меня в этом направлении только один вопрос. Что лапы протягивает вот так курица при авитаминозе? Буду исправлять ситуацию. Сейчас уже ночь у нас практически. Так что, если кто-то что-то может подсказать, подсказывайте. У меня такое второй раз. Ну вот первый раз была с той курицей, которая сидела и высиживала цыплят. С этой не знаю, что произошло. Чудеса. Ну, новости у меня вот такие, и новости были это на канале «Деревенская жизнь городского пенсионера». И вам их рассказала Ирина. Всем пока-пока и всем до новых встреч!